Катя, и вы на канале Aromatic Bubble. Сегодня у меня будет такое интересное видео. Мне нужно составить букет в темно-фиолетовых тонах. Он будет находиться на кухне, на полочке. И в этом букете я хочу использовать анемоны, каллы и розы. Букет мы будем собирать вот в таком вот небольшом горшочке. Пожелание у заказчика. Букет должен быть небольшой, в диаметре максимум 15 сантиметров, высотой максимум 25, не больше. То есть он встает в определенном месте на полочку. Я уже сюда предварительно запихнула пенопласт. Веревочку эту мы потом уберем и заменим на атласную ленту под цвет наших цветов. Анемон. Вот такая вот форма. Это из группы Мелотека. Красивый реалистичный цветок. И он у нас сегодня будет темно-фиолетовым. Вот такая роза. Эту форму я заказывала в группе Хобби Форм. И эти розы у нас будут бледно-сиреневые. И вот такая вот калла. Каллу я заказывала в группе Мастерская Маргариты. И вот каллу я хочу попробовать сделать кончики лепестков беленькие, а серединка у нас будет темно-фиолетовая, как анемон. Из пигментов я сегодня буду использовать только фиолетовую пасту, фиолетовый пигмент и сиреневый. Мы это все смешаем. Серединка у анемона у нас будет из прозрачной основы с большим добавлением фиолетового пигмента. В этом стаканчике у меня примерно 50 на 50 белая и прозрачная основа. Это будет основной цвет нашего анемона. И два стаканчика с чисто белой основой. Один у нас так и останется белым, а второй мы окрасим в бледно, такой вот сиреневый, бледно-фиолетовый оттенок. По желанию заказчика никакую одушку мы сегодня использовать не будем, потому что букет этот заказан для себя, а заказчица астматик. Поэтому у нас будет только цветы. Добавляем большое количество фиолетового пигмента и выделяем серединку. Наши цветы застыли. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, вот такая нежная розочка.
Ох, какой шикарный анемон, смотрите. Лепесточки можно немножечко сдавить в серединку, и он получится такой полураспустившийся. Если лепесточки раздвинуть в разные стороны, то получается распустившийся. Вот такой цветок. Так, больше всего мне, конечно, интересно посмотреть на каллу. Что получилось из моей задумки? Посмотрите, какая интересная. Так, сейчас мы тут лишнее уберем. Вот посмотрите, какая необычная, интересная калла получается. И вот как раз эти все цветы, мне кажется, будут отлично друг друга дополнять. Сейчас я залью еще несколько цветов, и тогда мы уже с вами приступим к сборке этого букета. Мои цветы все готовы. У меня прошла ночь. Вот такие шикарные анемоны. Каллы. И небольшие розочки. Горшочек у меня небольшой, поэтому, соответственно, и цветов у меня тоже немного. У меня их получается 9 штук. В первую очередь давайте с вами заменим вот эту вот ленточку. На горячий клей я пока фиксировать ее не буду, потому что, возможно, из-за расстановки цветов мне придется ее немножечко подвинуть. Так, зелень я выбрала вот такую. Это зеленые листики с фиолетовым напылением. Как раз очень хорошо подходит к моему букету. Все это отдельно снимается. И каждую зеленушку я уже одела на зубочистке. Вот что у меня получилось. И теперь мне нужно расставить зелень внутри моего стаканчика. Так как она высокая, я ее вставляю, получается, ближе вот к задней стенке туда.
И вот такой вот интересный букет у меня получился. Довольно-таки необычный. На сегодня у меня все. Большое спасибо, что посмотрели сегодняшнее видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем отличного настроения и пока!